Всем здорова, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзор на очередного героя. Сегодня мы с вами поговорим про Розу, так как большинство из вас захотело Розу. Да, я, в принципе, давно вам не рассказывал про Розу, не показывал, поэтому поехали. Краткий обзорчик на героя, возможно, еще забежим на английский сервер, там покажу героя. Так, Розочка, ну, вот так вот она выглядит. Что герой делает? Наносит урон целям вокруг себя, равный 510 от атаки, плюс 13% максимального здоровья в течение 5 секунд. Также получает на 70 меньше процентов урона, обладает иммунитетом к отношению, страху и восстанавливает максимальное здоровье. На что собирать данного героя? Конечно же, на деп. Самый топовый, наверное, до введения Зефира и Дуэлянта был Священный Огонь. Он, в принципе, остается топовым. Единственный вариант, можно еще поставить эмблему Огненной Защиты. Это самая топовая у вас будет Роза, так как она будет иметь офигенный деф жизни. И вы ее очень сложно будете убивать. И герой очень крутой в PvP локациях, на фарм локациях, так как наносит процентуальный урон. Это самое основное. И бьет всех целей вокруг себя. Это тоже очень крутой у нее скилл. Поэтому варианты чисто дефные, я уже говорил. Ребята многие пишут, типа, вот там у тебя максимально. Я показываю то, что можно собрать и что подходит. Вы уже выбираете из того, что вы можете сами сделать. В общем, варианты по талантам. На сегодня для нее самое топовое — это СО и Огненная Защита. Хоть она и блокируется, все равно можно поставить питомца там, либо в команде вы ее будете использовать. Поэтому огненка плюс СО, она будет у вас реально неубиваемая. Это мы сейчас на английском я вам просто покажу. То есть можно ставить без доната каменку. Каменка показывает себя лучше, чем стойкость. Помните, это особенно на таких героях, у которых дополнительный деф. Вашего героя будут намного дольше убивать, чем с стойкостью. Второе, Огненная Защита и СО, это три таких самых топовых. Можно собрать на жизнь, как вариант, если у вас она, где-то вы ее на фарме используете, либо против отражалок, потому что она очень хорошо убивается об отражалку за счет своего скилла. Варианты ставить ей там ПДшку, это чисто для PvP локации, где есть отражение. Но я бы, наверное, этого не стал делать, так как она более такая универсальная, лучше ее все-таки деф зафигачить. Это самый оптимальный вариант, ее хрен пробьют. По эмблемам я уже сказал, то есть варианты разные, есть оживо, ставить и оживу. Она, в принципе, заряжается быстро, ремку, ну, бессмысленно, как по мне, ставить, точить и давать дополнительный урон, так как она на любой отражалке будет очень красиво сливаться. Есть вариант поставить выживание, то есть дополнительный деф. Если вы на фарм локациях используете, можете ставить водушку, она включается. То есть если вы поставите воодушевление, она будет включаться на автопрокер. Поехали на английский сервер, там просто больше возможностей, я вам больше расскажу. То есть по эмблемам вроде рассказал. По чарам, ну, конечно же, чар на сегодня самое топовое — это Священный Суд на, или же Обряд Лечения. Но Обряд Лечения — это добавит жизни, и плюс она должна попадать. Все-таки Священный Суд покруче, он увеличит ее отхил, она будет хилить там на максимум намного больше, в два раза. Так, где там моя Роза здесь? Вот моя Роза здесь вот такая вот есть, я ее еще не качал. У меня есть даже с танцем лезвий, но я вам скажу, надо уклонение. Если у вас будет уклон, в принципе, тоже будет неплохо заходить. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, давайте зайдем еще разок. То есть с огненкой вполне хватает ставить. Вот у меня эмблема СО стоит, Holy Conviction. Если нету, варианты можно поставить также доспех. Ну, пенька можно этого тоже поставить. Это такое самое топовое для нее. На атаку, ну, победный, ну, я бы не советовал. Лучше уже Хранитель Леса поставить. Она у вас намного дольше будет жить. По созвездиям, конечно же, уклонение топчик. Нету уклонения, точите в хил, точите сопротивление, попадать она у вас и так будет. А по питомцам, ну, так как у нее иммунитеты хорошие от стана, допустим, ну, ей бессмысленно ставить питомца на деф. В данном случае ставите просто вот где там ангел,
Ну, у меня в основном так она бегает и следит, и ее использую. Но я использую ее сейчас тоже очень крайне редко, потому что есть другие более жесткие герои, но она реально хороша как на фарме, так и на других локациях. А вот, допустим, давайте так, я быстренько сейчас вам просто покажу. Уберу этих имба-героев. Допустим, волна Тамаев. То есть ее можно использовать на волнах очень эффективно, вот за счет своего умения. Сейчас вот видите, она наносит процентуальный урон, то есть ей реально пофиг, она будет проценты точно так же, как и Анубис, как и ПБшка, выносить процентуально. Плюс у нее зона атаки классная, плюс ставить и воодушевление, но на данный момент она у нас с дефом. Видите, вот блочится она очень успешно, но ее фиг убьют. И она реально выносит процентуально, то есть от жизни, и это реально очень круто. Единственное, кто могут ей там серьезно и сильно противостоять, это та же самая Фрея, там Огни, которые имеют, да, ограничения. Вот, не успела просто, но ее даже не пробивает. Даже если вы пойдете в атаку с такой сборкой, там смотрители, 30-е прорывы. Посмотрите просто на входящий урон. То есть вот, вот герой, вот она включилась. Посмотрите, 16-е там, ну пусть даже не максимальная. Ну Фрея, которая пробивает ее там на фигню. Сейчас она дальше зайдет. Вот, начали герои ее бить. В итоге посмотрите на входящий урон. Она даже не проседает. То есть у нее фуловая жизнь как была, так и есть. То есть на сегодня это один из тех героев, который очень универсальный. Многие его не используют, но он реально очень универсальный. Отхил, иммунитеты и офигенный даф, процентуальный урон от жизни и урон по зоне, как видите, плюс автопрокер. Единственное то, что она ближнего боя. Все остальное, как видите, ей просто пофиг. Даже не в максимальной прокачке, не с максимальными уклонами, и просто пофиг Фрея. То есть она ее, ну, понятно, здесь миссает. Можно еще вальс поставить. Давайте я покажу еще одного кого-то с 30-ми. Вот, поинтереснее будет. Единственный минус — это Зефир. Вот видите, Зефир пробивает на полную по 160. То есть от Зефира вы не спасетесь, как и многие, в принципе, герои не спасутся, потому что Зефир игнорирует бронь. Но помимо Зефира есть куча других локаций, где этого героя можно использовать. И используйте его. Зефир — это не показатель, скажем так. Это донатный герой, который будет скоро у всех. В общем, вот так вот. Пишите комменты, кого вы хотите увидеть в следующем на обзоре. Я выбираю то, что большинство по актуальности, и делаю следующего героя. Все, всем удачи, всем пока.